Приветствую, дорогие друзья, на канал BB Play. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья и подруги, сегодня у нас 42-й день, друзья. Ну что ж, будем отбивать Орду. Я уже отекачно подготовился, я порейдил, друзья, я порейдил, да, даже неплохо. И все эти 5 дней, даже 6, да, потому что один потратили на добычу, прохождение квестов первой цепочки по, от торговцев. Второй мы будем проходить уже после этого, да. И я нормально скажу, надыбал вещичек, добыл 4-й вот пулемет М60, да, и заставил апгрейды для него, вот, барабанчики и разрывные пули. Достал я снайперскую винтовочку тоже, вот она. У нас красавица такая вот, тоже поставил 8 на прицел, на 8 и уличный магазин. Это чисто для копов, если копы будут приходить, а они будут. Ну, плюс ППшечка на всякий случай с бронебойными патрошами, да, и вот. Все, чуть хилочек, вот и надыбал, друзья, вот то, что я лазил, вот, надыбал такие вот вещички вот красивенькие, да, вот такое вот здесь надыбал. Ой, не здесь, а вот здесь у нас, смотрите, какое оружие хорошее, да, ну... Магнум, это чисто для торговца. Ну, это так, чисто я не хочу их продавать пока что. Здесь у нас парочку патронов, конечно, есть еще. 3000 пороха. Ну, вот еще 300 патронов бронебойных. Даже, кстати, возьмем все, мало ли что. Магнум мы не будем брать, так что он нам не нужен. Вот, и будем сегодня отбиваться. У нас получается 1000 патрон простых. Получается 621 бронебойных. Плюс еще здесь 300 патронов. Плюс еще здесь 300 с лишним. 400 почти что бронебойных. Нам патронов дохерища. Должно, по идее, всего хватить. Надеюсь, сегодня... Да, этих взрывников поменьше появится, чем предыдущие, чем, ну, мы будем ожидать, конечно, я надеюсь, что их вообще не будет сегодня в этой серии еще. Ну, посмотрим, всякое может быть, что может появиться парочку. Я перенес, друзья, все-таки вот это вот сюда, то, что я от греха подальше, так эта тварь плюется, она все равно, знаешь, как брызги отлетают отсюда, и они попадают обратно сюда. Вот, и, ну, скорее всего, так и получится. И, а у них хпшки, сами знаете, да, как кот наплакал, получается 100, да, там, сколько у них там, 100 хпшек, кажется, да, это один плевок, это все, и ты умер. Так, будем работать по простым зомбарям с М60, вот, с ментами, когда будут какие-то проблемы, будем работать вот с таким аппаратом, да, будем целиться в голову, чтобы на них патронов много не тратить. Вот, и все, так, да, так что, а, еще наш дробаш есть, ну, дробаш это чисто так, это нам на зачистку, если там вдруг кто-то появится после 4, потому что я думаю, что опять же волна будет идти до 4 часов, потому что последние 3 налета Орды у нас постоянно длились все, получается, сколько начинается, 6 часов, да, до 4 утра, и то после 4 часов кто-то бегал, там, трыпался. Ну что ж, друзья, начнем сейчас, надеюсь, у нас все получится, у нас никто не сдохнет, не сдохнем здесь, у нас все будет работать, как полагается. Надо сразу пострелять, чтобы они пошли в эту сторону. Ну вот, значит, уже пока мы тут стреляем, у нас по нам уже работает, туретка уже работает. Пока они до нас добегутся, это уже будет вечер, походу, я так чувствую. Ну да, они все бегут понизу. Они еще бегут к нам, я не понимаю. Походу, они бегут, но только не могут добраться до нас, походу, а? Что-то такое, не, ну все нормально, работает. Тема работает. 20 минут еще ни одного зомби не выстрелили, друзья. Еще одного, ни одного зомби не застрелили, блядь. Мне это очень нравится. Вообще бомба. Так, мента только что завалили. Вернее, его режут. Алис, я встану. Я уже слышу, что одна туретка уже повреждена. Единственное то, что когда вот мент будет плеваться, например, когда он будет плеваться, да, давайте, может, сейчас на мент кто-то придет, посмотрим.
Нет, это просто убойная штука, вот это на четвертом уровне она просто сносит бошки, блин, а когда представляешь шестой уровень и еще с модификациями полные. Да, я уже слышу, что-то там уже все ломается. Ну где вы, пацаны, вы, что там? Вы запарили меня, давайте ко мне идите. А то мне хочется застрелить. Одного зомби, блин, за час мы застрелили. Не, ну это означает, что наша защита работает вообще, огонь. О, наконец-то, блин, бежит одна. Ну все, он умер. Вернее, она умерла. Они, походу, все бегут сзади у меня. Угу, походу, да. Не, я скажу, очень эффективно наша оборона работает, друзья. Видите, уже час прошел, мы еще никого... Не, застрелили парочку зомбарей, да? Ой, а ты чё, блядь, читер, эл? Очень странно. Ну да, он явно был, потому что его даже электричество не брало, он какой-то пролаг был, потому что, ну, он даже... Во-первых, он без одной ноги, блин, и шел как будто с целой ногой. Давай, пацаны. А все двери закрыты? Может быть, что-то потому и не идут? Не, все двери закрыты вроде бы. Это очень интересно. Не, ну, конечно, шикарно вот так встать, нихера не делать. Я уже думал, тут будет просто орда зомбарей на меня, блин, лететь. А тут, смотри, тут нихера не происходит. Тут вообще парочку зомбарей добрались до нас, и все. А где вы, пацаны, все там, а? А может, там какой-то есть? Хоть этого можно забыть? Нет, там никого нету. Да. Короче, всю работу за нас делают мясорубки. Вот и все, блядь. Надеюсь, после 12 на нас тут появится... О, здравствуйте, где? О, здравствуй! Кто-то появился у нас здесь, смотри. Голову с плеч долой, е-мое! Да. Таким темпом, друзья, у нас даже патроном, блин. О, здравствуй. Мент пробрался нам, блин. Жопа, а? Давай, иди сюда. Никого нету, Вася, никого нету. Ну, никого нету, Вася. И дропа тоже нету. А чё я выстрел, блядь, бронебройные патроны? Они же дорогие, падла. Что ты стреляешь уже? Ну, вот это ППшечкой. Ну, все. Да. Няшно, конечно, няшно. Не, ну ты говоришь, что дизайн работает и все отлично, и у нас все получается без всяких проблем. И... Кажется, одна из мясорубок отрубилась. Скорее всего, я так чувствую, да? Да, вот она сломалась уже. Ну, это неплохо. То, что она сломалась, это не факт. Это факт, но... Может быть, тогда мы сможем пострелять по ком-то почаще. Больше не все сломались сразу, на. А там дроп вообще есть, не понимаю. А вот там есть один дроп валяется, вижу. О, бежит кто-то, бежит. Эй, ты чё, охерел? Чувак, ты как так, блядь, вообще посмел на меня тут напасть? Ладно, пока тут я сейчас тебя порежу. Не? Нихуя не получается, да? Оп. Просто одной пули двоих. Вот я понимаю. А чё я перезаряжаюсь, дебил? Давай, пацаны. Давай. Ко мне.
Давай здесь, здесь, сюда. Лети опять, как в прошлый раз сел. А ты думал, что самый хитрый, блядь? Ты ёб ты мать. О, вижу, вижу, летит, 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 красавчик. Так, еще один повредился. Кто там бежит у нас? До свидания. Что там? Отлично. А мы уже подождали стамину забить, а потом можно по ним валить. Надо будет еще по на улице поставить какие-то фонари, чтобы я видел, какие-то зомбари бегут к нам. Не, ну вроде бы здесь хватает времени реагировать на этих всех пацанов, копов и так далее и тому подобное. Так, там паук летит. На, нахуй ногу тебя отстрелил, падла. Дохни. Мне очень странно, почему подрядников нету. Вроде бы 62 уровень, почему подрядников нету, блин. Я думал, что они уже появятся здесь у меня как-то. Не, ну я не жалуюсь, конечно, все это хорошо, это все прикольно. Падай. Падай. Все. Красавчик. Да, с бронебойным поработаем. Видите, двойной, просто двойной. Двойное проникновение это. Здрасте, бля. Здесь добежишь ты вообще до сюда? Нет, он не добежал. Окей. О, коп бежит, коп бежит. Коп, коп, коп. На нахуй. Просто хедшот такой жестокий получился у меня. Сейчас время вообще, кстати. 1:27. Ой, вообще, как говорится, так без напряга, друзья, скажем так. Просто дабл шот. Эу, подруга, ты где, блядь? Иди сюда. Кстати, пока мы тут учимся, на что можем сделать? Пулеметчик. А что ты мне не даешь? А, у меня очков нету. Ну, вроде были очки. Куда ни день? У меня уже, кажется, был левел ап, не? А, нет еще, блин, скоро будет она. Блин, я думал, где он левел ап был. На, нахуй, в башку тебе. Не, ну, конечно, это винтовка, конечно, бомба. Это бомба. Так, коп бежит. Это что было? Так как он нахуй взорвался? О! Радиоактивные побежали, красавчики. А что мне тут такое треснуло, как будто мне что-то сломалось. Ну, мясорубки работают, все работает. А сколько у нас вырубилось мясорубок?
Одна пока что только вырубилась, остальные работают. Бедный, бедный, бедный зомбарина. Но, пацаны, все уже, все вы отъехали. О. Дайте мне левел, пацаны, дайте мне левел, ну. Так, там еще один начал кряхтеть. А тебе что, волна закончилась? Я не понимаю, алло. Я ожидал вообще сопротивления до 6 утра. Ой, до 4 утра. Но тут еще буяни кто-то еще. Или это уже все? Хм. Ой, не разочаруйте меня, друзья. Что ж такое? Где вы все? Ну все, он даже не мог пройти мимо. Бедный еще, бедный зомбарь, ну что ж ты. Я больше патронов, короче, потратил, чтобы их приманить, чем в самом деле их валил по ним. Все? О, здрасте. А, ну я понял. Он пробежался по низу и... прям... О! Ты, блядь, ты херел, иди сюда. Где ты там? Ну залетай сюда. Не, не хочешь? Ну ладно. Как хочешь. Походу тут как-то очень слабая волна, скажу, друзья, так. Блин, 43-й день, 42-й день и так слабо. Мне кажется, на втором, блин, было и то, блин, более... Ну ладно, там коп нам сплюнул эти все... Ну видите, как коп он плюнул, видите, какое... Один раз он плюнул только, и получается, дамаг прошел по всему строению. Потому что бризги пошли. Надо немного здесь, конечно, все-таки. Ну где вы, пацаны, давайте уже там час остался. Давайте последнюю такую волну мощную сделайте. Угу, походу, блядь, мощную волну сделают они. Хм, как-то слабо-слабо. Ну, кто там? Не-не, если вот такая волна, если постоянно такая есть, я ее не понимаю. Что, у меня уровень не сложный, что тяжелее работать? Мы идем на дефолте вроде бы. Ух ты, такой какой-то мутант. Здравствуй, я тебя еще не видел сегодня. Ну ты, походу, такой единственный был, да? Короче, я ни хера ни патронов не потратил. У меня, блин, я только... Сколько получается? 50 патронов потратил на снайперку. И здесь я потратил, может быть, то же самое, 50. Это максимум. И здесь я потратил где-то 40, чисто чтобы привлечь внимание пацанов. Ну, скажу так, друзья. Очень-очень-очень разочарован зомбарями. Не, ну это говорит то, что я как уже много раз подряд, что это работает. Это действительно работает, это не то, что вот такое фуфло, что вот такое чисто, а, не, хуя не работает. Это работает, все отлично. Будет у нас, конечно, дамаг какой-то. Большинство здесь будет дамаг из-за того, что коп нам плюнул сюда, да? А по большому счету... Так, где ты там находишься? Да. Умер, умер. Ну, как видите, да, уже пол четвертого и какие-то заблудшие зомби у нас здесь тусуются. Ну, кстати, где-то нигде застряли все, нахуй. О, какая-то орда бежит где-то. Даже уровня не понимаю, что ли, серьезно? Там дроп валяется еще. Ну, вот они все, блин, умирают на подходе. Да. Такой писец. Ну, посмотри, может где-то не тусуются, где-то. Ну нет, вроде бы все нормально. О, бежит тетенька. Да. О! А почему тебя электричество не останавливает, я не понял? Это какой-то залетный, походу.
А, это этот, как его? Попрыгунчик Джона. Ебать, ты летаешь здесь, а? Потом понизу. Ну, давай еще раз, ну. Прыгни сюда. Ну, где ты там? Все, помер? Ой. Ну, походу, друзья, все, наверное. 4.07. Проверим. И тут еще бегает здесь, конечно. Какие-то залетные. Ладно, можно это отрубить тогда. Сейчас они не опасны, можно тихо нормально так завалить. Я здесь, подруга. До свидания. Ну что у нас сейчас получается? Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ну да, это поломалось. Ну так себе. Тоже так себе. Здесь тоже был, кажется, не лук. Нет. Ну иди сюда. Нихуя себе. А ты чё ты, бля, такая не везучая, а? Пойдем. Ах, я ж не отключил вверх. Ладно, смотри, что у нас по дамагу. Ну, вообще копейки. Здесь вообще ничего не получилось. А что здесь? Ну здесь 500. Ну, скажу так. Опять... Ой-ой-ой-ой-ой, не хотел я так. Очень слабо продамажили нас, честно говоря. Здесь вообще только чисто... Не, ну мясорубочки... Я еще поставлю еще парочку мясорубок сюда, в этот конец. Где-то вот здесь еще протащу. И вообще тогда будет бомба. Это вообще, походу, даже не нужно здесь. Оно, может, пусть стоит, какая разница. Можно его вырубить просто и все, чтобы она не потребляла энергии. То, что там никто не бежит, не бегает туда. Вот, большинство нас бегут только по этой очереди. Что здесь такое, где-то продамажно было. Где? Алло. Тут же был где-то продамажно что-то. Ладно, пойдем сейчас отрубим аппарат. Сеть, вернее, электрическую. Потом проверим, что у нас здесь. Так. Ну, как здесь видите, да? У нас эта панель только повреждена. И то. Копеечки. Да. Не, ну. Ну, это потому что внутренняя обделка. Ну, как раз один плевок. Мне как-то надо еще попытаться поэкспериментировать в креативном режиме с этой темой, чтобы понять, как копы реагируют на то или иное препятствие. Можно на весик такой сделать, но опять тогда мне будет трудно стрелять по нему. Имею в виду по копам. А так у нас все. Так, тихо, тут что-то есть. Ну да, я говорю то, что это вот всплески пошли, которые от копов. Это все и то, что было здесь. Больше тут ничего. Это я сам тут побуянил. А, тут еще это как бы в мразь залетало мне что-то кусать. Ну да, отлично. Так, что здесь чуть-чуть продамажено было. А, дверца. Так, ну что, друзья, еще что новенького у нас есть здесь, кстати говоря. Там что там кто-то был? Нет. Построили мы огородик вот внизу, да, там, ну, чисто так, пока что на... Не, что там такого сверху, там картошечка, капусточка. Капусточка, блин. Как его? Так, что у нас продамажились? А, да, ну, я еще добавил парочку вот этих электрических заборов, чтобы они тут были. Не знаю, почему тут это продамажено. Они, наверное, пытались как-то уничтожить электросеть. Надо будет потом перекрасить ее, чтобы я сразу видел, где дамаг прошел. Так вот. Ой, блядь, не туда.
Это, скорее всего, я тут сам пострелял по полу, потому что, ну, у меня бывает такое. Так, тут надо будет сейчас стали надыбать нам. Так, что здесь? Ну, ты же даже на такую мелочь не заметил, что-то надо чинить. Слишком много света, вот потому. Так, это починили, это починили. Ну, у нас один скоп взорвался здесь, один у нас, да? Вот, наверное, вот тут дамаг пошел. Как-то странно трещотка. Обычно они продамажились, бля, сейчас. А вот. Но все равно как-то одна только. Не знаю, почему здесь дамажится. Кто тут продамажил их вообще, без понятия. Но с лутом, конечно, плохо как-то получилось. Вообще, как доголимый лут у нас выпал с этой темы. Блять. На 5. Сталь. Ну ладно, все равно нам приходить. Сталь здесь будет делать. Ну, не сейчас. Это не планировалось на данной стадии. Так, ладно, что здесь? Ставим сюда, чиним это. Я скажу, очень минимальные потери, очень минимальные починки нужны, чтобы это все вернуть в исходное положение. Да. Все, походу, да. О, подожди, что-то я тут пропустил. Блок здесь продамажили. Так, это надо вот так пробежать. Будет гораздо легче. Так, тут ничего. Центр. Центр тоже ничего. Низ. Нету. Вот здесь есть, вижу. Но сейчас красить смысла нету, так как мы это будем все перекрашивать в дальнейшем. Ой-ой-ой. Так, идем обратно. И вот то, что я улучшил. Сейчас посмотрим, как у нас продамажились. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай прыгни. Ну, бля. Извиняюсь за мой французский. Да. Да ты издеваешься, я постоянно был нормально, бегал и прыгал на эту тему. Вот, ой, ёпты, прыгнул и спрыгнул. Сейчас. Надо что-то сделать, поставить еще одну вот эту. Да, блядь, это просто какое-то издевательство надо мной, что ли, происходит. Вот. Тут что, не продамажили даже? Потому что, понимаете, они ломаются, да, со временем. Скорее всего, та сторона будет только повреждена, да? Да, здесь, потому что это у нас идет несущая. Электричество подключено к этому делу. Да. Значит, надо сделать будет тут такую красивенькую тему. Ну, тоже, видите, тут 2 очка. Это вообще... Я даже не буду даже чинить его дальше. Ну и вот, друзья, как говорится, 42-й день прожит вообще без всякого напряга, я скажу честно. Я ожидал куда мощнее вот это все дело, что будет это было куда опаснее. Но они меня разочаровали, друзья, честно скажу. Я уж думал, что будет тут такой писец, я сейчас полбазы потеряю. Ну, видишь, опять же, потому что... Бляха-муха. Нету напряга, потому что не было взрывных пацанов, да, они появятся... Так, что это где-то здесь, где-то тут что-то продамажено. Реле? Сколько хера от реле сюда вообще продамажилось? Ну, что-то тоже надо подумать, как-то их прикрыть надо будет. Да, надо будет их прикрыть чем-то. Ну. А, я знаю, чем мы прикроем ее панелью. Есть такие панели специальные. По крайней мере, сверху. Тут что-то продамажено было. А, дверь. Ну, верхняя часть, конечно, сейчас я там не знаю, что там, блин. Я типа сначала думал туретки там поставить, но потом подумал, если придут эти. Если бы знал, что не придут сегодня эти, бляха-муха, копать. Не копа, а взрывные опасные пацаны, я поставил бы турель. У нас есть 6-я турель, она бы нормально бы подошла здесь работать. Ну, поработала бы здесь нормально. Так, здесь все починено, все здесь починено. Так, здесь починено. Так. Ой, я не туда пошел, мне надо сюда выйти. Вот так, вот, сюда надо выйти. Итак, друзья. Схожу, похожу маленький городик. Ну, маленький городик такой маленький. Вообще там смысла на нем нету, да? Вот. Тут вот есть парочку трав. Тут картошечка, кукуруза, черника, хризантемы, юка и тыква. Вот.
Что здесь у нас? Ну да, здесь, как вы уже помните, да, у нас поставил вот такую тему, да, здесь у нас есть генераторы. Ну вот тут я поставил по пару аккумуляторов внутри, это чисто так, по приколу, да, то, что нам нужны они пока что. Так что у нас топливом есть, нет, топлива не использую. Ну и скажу так, что очень, для 42-го дня, я скажу, очень слабо было вообще. Как видите, да, у нас с 1000 патронов осталось... 950, да? Здесь сколько было? 600 с копейками, да? Или может быть около 700, да? У нас остались еще, блин, 576. Ну, а здесь, ну, больше, говорю, тут потратил на то, чтобы привлекать зомбарей. Так что, друзья, вот такие дела. На следующем эпизоде мы будем уже заниматься вторым тиром квестов. Я даю, да, слишком, ну, может быть, поздно как-то, ну, 62 уровень, да, мы ничего не получим. Ну, чисто я получу, хочу чисто-то, чтобы посмотреть, что они нам дадут в конце, когда мы получим 6-й левел заданий, да. Вот, так что, риски, друзья, ваши советики, рекомендации по поводу игрушки или вопросики, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим видосиком, обязательно прочитаю, отвечу и посоветую, если у вас будут какие-то вопросы по поводу этой игрушки. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видосиках. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.